Приветствую вас, друзья, на канале Boston Technic. Меня зовут Станислав. И сегодня вашему вниманию представляем зерноуборочный комбайн John Deere серии W540 2011 года выпуска. Давайте подойдем, посмотрим ближе. Начнем с передней части. С момента приобретения, а это 2011 год, повторюсь, данный комбайн находится в одном фермерском хозяйстве. В руках одного механизатора. За период эксплуатации показал себя с наилучшей стороны. Никаких проблем, подводных камней и прочей ерунды выявлено не было. Всегда своевременное обслуживание. Обслуживание дилерское. Но, как мы знаем, всему хорошему рано или поздно приходит конец. И поскольку парк техники обновился на отечественные комбайны, этот комбайн стал не нужен. Необходимость в нем отпала. Повторюсь, каждый год работал без проблем, обслуживался. После зимовки его спокойно завели. Посмотрели все узлы агрегаты. Все ровно, все в норме. Ошибок никаких нет. Резина в прекрасном состоянии. Еще послужит не один сезон. В комплекте к данному комбайну идет жатка зерновая, 6-метровая. Поэтому техника очень-очень надежная. Давайте с вами переместимся в кабину. Также чистая, опрятная, ухоженная. Наработка у данной техники порядка 10 тысяч моточасов, что не является для нее критичной абсолютно. Очень хорошая и надежная агрегат. Он не доставит абсолютно никаких хлопот, а только положительные эмоции. Как вы знаете, у нас есть система кредитования, есть также лизинговые программы. Приезжайте, покажем, расскажем, заведем, посмотрите в действии, в работе данную технику, поможем доставить вам ее до вашего хозяйства. И, конечно же, найдем общий язык в ценовой категории. Поэтому смотрите нас на наших каналах, заходите на наши сайты, выбирайте технику,
Мы всегда вам рады и всегда поможем с выбором и со всем остальным. На этом я завершаю сегодняшний показ. Увидимся в новых выпусках. Всего хорошего!